Уважаемые друзья, завершилась внеочередная 47-я сессия Псковского областного собрания депутатов. Она была очень печальной. И печаль эта связана с очередной атакой региональных властей и бизнеса на культурное наследие города Пскова. Сегодня Псковское областное собрание впервые в своей истории отменило ранее принятый проект зоны охраны памятника федерального значения и приняло новый вместо старого. И вот этот новый вместо старого не оставляет от предмета охраны предыдущего, утвержденного 5 лет назад, в апреле 2015 года, можно сказать, камня на камне. Идет речь о большом проекте зоны охраны, известной и в Пскове, и за пределами Пскова церкви. Это храм Жен Мироносец, который начали строить в 15 веке. И уже в 20 веке этот храм прославился тем, что там служил настоятелем всемирно знаменитый отец Павел Адельгейм. И проект зоны охраны этой церкви охватывает огромную территорию вокруг церкви, доходит до берегов реки Великой, включает в себя в том числе знаменитое в Пскове место стадион «Электрон», бывший спортивный комплекс Псковского завода радиодеталей. И вот так произошло, что именно на этот кусочек земли положили глаз люди, которые занимаются весьма скандально известным в нашей стране проектом «Россия. Моя история». Это проект строительства так называемых исторических парков, таких китчевых и во многом лубочных проектов, где излагается история России, скажем так мягко, в правильном для властей ключе. И для того, чтобы построить это здание на части территории ныне существующего и находящегося в очень печальном, конечно, состоянии стадиона «Электрон», решили выбрать именно это место. И под эту идею изменить весь проект зоны охраны, включая берег реки Великой, знаменитый Степановский лужок, где сохранился естественный ландшафт и возможность создания либо ландшафтного, либо другого пейзажного парка. Все это идет под нож. Разрешается самого разного рода застройка. Если сейчас на месте будущего исторического парка «Россия. Моя история» действующий проект вполне разрешает построить здание высотой до 12 метров 56 сантиметров, это точная величина, так рассчитано в проекте 15% отклонение от 11 метров. И здание вроде бы самого исторического парка в эту высоту умещается. Но рядом с этим зданием отведены целые площадки, целый квартал для застройки высотой до 36 этажей. И главный архитектор Псковской области, господин Шапкин, вчера на заседании комитета по законодательству утверждал, что под это пятно запланировано строительство некого культурно-общественного комплекса. Хотелось бы увидеть бизнес, вкладывающий деньги в открытый для общества бесплатный культурно-общественный комплекс. Не будет такого, конечно. Полностью застраивается Степановский лужок. Он отдается под 10-метровую застройку. Это возможно строить коттеджи до 3 этажей. И зона охраняемого ландшафта, то есть зона живого зеленого города, остается в 2 местах. Это сквер перед храмом Жен Мироносец, где стоит памятный камень о жертвах политических репрессий. И, собственно, 20 метров от уреза воды реки Великая. Все остальное, вся остальная территория отдается под застройку. Какой-то спортивный объект собирается возвести на месте нынешнего главного спортивного поля стадиона «Электрон». Полное переосмысление всего градостроительного пространства. Состоялась очень неприятная дискуссия, она будет вскоре опубликована на канале «Гражданин ТВ» полностью, от первой до последней минуты, ни одного слова, ни одного звука не выкинем. А как случилось возможным, не имея никакой формальной необходимости менять проект зоны охраны, изменить его настолько существенно, что новый проект фактически уничтожает проект охраны действующий, который никому не мешал, и даже парку, вот этому самому историческому парку «Россия. Моя история» не мешает. А есть так называемые специально обученные люди. Это федеральные эксперты. Они бывают очень разные. Бывают такие, как Ирина Борисовна Голубева, заместитель председателя Псковского областного отделения охраны памятников, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которая всеми силами отстаивала действующий проект и доказывала, что его нет необходимости изменять так, как это сделано. Есть эксперты, которые защищают псковские памятники и за пределами Пскова, в Петербурге, в Москве. Нашлись эксперты в Москве, которые умудрились выдать экспертизу, подписать экспертизу о том, что все те изменения, включая высотную застройку, которая разрешается теперь в районе стадиона «Электрон»,
не мешают никоим образом, не ущемляют интересы памятников. Среди этих экспертов оказалась знаменитая Елена Соловьева. Это дама, имя которой вызывает ужас у всех защитников культурного наследия в Москве. На ее послужном списке целый ряд уничтоженных объектов культурного наследия, которые она признавала не памятниками. Это заводы, это здание больницы, на месте которой построено новое здание Московской городской думы. Это целые пространства, которые признавались ею не имеющими исторической ценности. С ней напрямую договор не заключался. Нашли индивидуального предпринимателя, женщину, через которую подписали этот договор. Все это делалось без государственных конкурсов, без какой бы то ни было открытости. Делалось в ситуации колоссальной спешки, и если внимательно читать эти документы, ты понимаешь, что эксперты, по сути, не работали. Они берут текст проекта, в этом тексте проекта находятся ошибки, в том числе орфографические, и фактически они копируют куски этого текста, свою экспертизу, выдают этот текст за свой, и потом пишут о том, что это все законно. Что получится в итоге в Пскове? Мы получили с помощью заведомо нечестной экспертизы возможность уничтожения еще одного общественного пространства на Завеличе. Завеличу вообще страшно не везет. Все псковичи знают торговый комплекс «Акваполис», который построен на месте так и не состоявшегося городского парка, предусмотренного генеральным планом. И кусочек этого парка, оставшийся после «Акваполиса», сейчас находится в дичайшем состоянии, им никто не занимается, его никто не благоустраивает, а это было место, где предполагался отдых тысяч людей. Сейчас около «Электрона» был огромный городской конкурс, был даже утвержден властями города народный парк, который обнимал «Электрон» с двух сторон и выходил на берег реки Великой. Где эти планы, где решения властей, которые этот народный парк утвердили? Эти планы сегодня депутатами областного собрания просто выкинуты в мусорную корзину. Обсуждение было совершенно чудовищным. Один из депутатов, Юрий Сорокин, спрашивал у меня, где это ваше ЮНЕСКО, почему оно не ремонтирует храм Покрова около Покровской башни. Я вот хотел купола покрасить, а мне сказали, нельзя, это памятник ЮНЕСКО. Где это ваше ЮНЕСКО? А еще я поставил площадочку детскую рядом, а мне ее сказали снести, потому что это памятник ЮНЕСКО. А другой депутат, Алексей Севастьянов, который, мне кажется, чувствует вдохновение каждый раз, когда приходит бизнес и говорит, а вот теперь вот это место я застрою. Он напрямую говорил о том, что именно так развивается город, именно это отвечает интересам людей. Удивительно, почему ни один из депутатов не вспомнил о том, что жители города Пскова заинтересованы в живых общественных пространствах, парках, скверах, бесплатно, где можно гулять с семьями и детьми. Почему они не вспомнили о том, что на Завеличе нет ни одного сквера, а еще один маленький сейчас в районе улицы Юбилейная, там, где футбольное поле, живо, будет застроен школой. Почему-то именно на футбольном поле ей нашли место. Мы становимся совершенно диким городом. За десятки лет усилий смогли внести всего 10 храмов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И теперь эти храмы словно мешают городу Пскову жить, словно власти Псковой области хотят доказать всему миру, в том числе ЮНЕСКО, что включение памятников Пскова в этот список – это вообще ошибка, что Пскову не нужны объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершении всего вишенка на торте. Председатель областного собрания Александр Котов, известный ценитель культурного наследия, напрямую обратился к первому вице-губернатору Вере Емельяновой и исполняющему обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия господину Недику с прямой просьбой пересмотреть проект охранной зоны Псковского Кремля, ключевой охранный проект, который существует в городе Пскове. Псковское областное собрание депутатов чувствует удивительное вдохновение, когда ему предлагается сократить, уменьшить, унизить охранные зоны объектов культурного наследия. Очень сложно сказать, как эти люди выросли такими, какие они есть. К ним обратилось Псковское общество охраны памятников истории и культуры. Они даже не упомянули об этом обращении на сессии областного собрания. И Андрей Лебедев, председатель общества, сам рассылал письмо и экспертное заключение депутатам. Хотя документ был получен в собрании, депутаты официально его не получили. Обращение защитников стадиона «Электрон» было получено в областном собрании, но депутатам не представлено. Возникает такое чувство, что есть два города Пскова. Один город Псков, там, где живут власти и особо тяжелый бизнес. И второй город Псков, там, где живут рядовые граждане, которым нужен живой город. Друзья, сегодня день, когда нечем похвастаться и нечему радоваться. В голосовании на сессии могли голосовать 40 депутатов, 30 проголосовали за этот проект, я один проголосовал против, 9 депутатов не участвовали в голосовании.
моего коллеги Артура Гайдука сегодня, к сожалению, снова смена работы врачом скорой помощи, и он не присутствовал на сессии. Было бы 2 голоса против, но это не изменило бы решение Псковского областного собрания депутатов. К этому псковскому скандалу приковано сейчас внимание очень многих людей. Сегодня утром вышла статья на сайте «Хранители наследия», и автор Константин Михайлов – это член президентского совета по развитию институтов гражданского общества, известный журналист и градозащитник, его знает вся страна. Он написал подробнейший материал о том, что происходит в городе Пскове и что произошло с экспертизой. Но этот материал не оказал никакого влияния на позицию депутатов Псковского областного собрания. Все ждут освоения федеральных денег. Все чувствуют запах больших денег, которые придут в Псков. Будут ли эти деньги способствовать охране объектов культурного наследия Пскова, наших настоящих жемчужин? Нет, не будут. Псковский музей, многострадальный Псковский музей, который завис между Псковом и Москвой, он уходит вроде как из областной собственности, должен быть федеральный, до сих пор не передан. В этом несчастном музее меньше 3% его фондов, уникальных фондов. Категория Псковского музея-заповедника – это категория Эрмитажа, это музей высшей категории. И 97% фондов этого музея никто не видит. Они лежат в запасниках в максимальной тесноте. Есть проект строительства фондохранилища рядом, в соседнем квартале с музеем. Вот на что нужны федеральные деньги. Дайте музею вздохнуть, дайте ему разложить хотя бы часть своих фондов уважительно к истории. Нет, власти области никоим образом, да и по сути дела власти России, не заинтересованы в том, чтобы это фондохранилище появилось. Сколько в этом году в очередной раз разговоров об умирающей на виду у всего мира выдающейся усадьбе Васильчиковых-Строгановых в Алышево в Порховском районе. И что? Выясняется, что ни администрация области, ни комитет по охране объектов культурного наследия не направили в Министерство культуры ни одного письма с предложением о том, как использовать этот памятник. И Минкультура пишет в ответ: да заберите его себе. Хотите в областную собственность, хотите вообще в собственность муниципальную. Заберите его от нас. Никому не нужны жемчужины русской культуры. Но как только появляется запах больших денег из федерального бюджета, загораются глаза у чиновников, загораются глаза у бизнеса, и какой-то подозрительный блеск появляется в глазах у депутатов областного собрания. Очень грустно. Очень грустно. Я понимаю, каким способом можно это безобразие остановить. Я знаю, что сейчас будут предприниматься усилия для того, чтобы варварство в том максимальном виде, как оно запланировано в этом проекте зоны охраны, не состоялось. Но, друзья, главное, что показал сегодняшний день в областном собрании, насколько далеки почти все, абсолютное большинство депутатов областного собрания и от интересов общества, и от интересов культуры. Очень важно это увидеть, услышать, понять и не забыть. А мы будем по-прежнему защищать культурное наследие Псковской земли теми силами, которые у нас есть сегодня. Спасибо всем тем, кто в эти очень непростые дни оказал нам большую личную поддержку.